Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Сегодня расскажу про одну интересную штуку, которую я недавно купил, на себе попробовал, и мне она очень понравилась. Речь идет про энергетическую жвачку. Вот такая энергетическая жвачка с кофеином. Натолкнулся я на нее совершенно случайно на просторах интернета. Вообще-то я искал совершенно другую вещь. Предыстория такова, когда я приехал в Америку, я вообще рассчитывал увидеть изобилие различного рода жевательной резинки, потому что, ну, когда был ребенком, коллекционировал различные вкладыши и думал, что есть как бы огромнейшее изобилие. У меня было некоторое разочарование, когда я понял, что здесь, так же, как и везде, рынок захвачен в основном крупными брендами, а те как бы вот малоизвестные бренды сошли с дистанции или были поглощены где-то в конце 70-х, 80-х годов фактически. Ну и вот я в интернете хотел найти и заказать ретро-серию. Жвачка Бимен, такая легендарная жвачка. Те, кто в курсе, эту жвачку жевал пилот Чак Йегер. Первый человек, который преодолел скорость звука. Вот. У него была такая фишечка, он, значит, соответственно, всегда у механика стрелял этот Бимен и, соответственно, прилеплял ее на фюзеляж самолета. Вот. Я хотел найти вот эту ретро-серию в интернете. К сожалению, полностью распродали. И вдруг я вот копаюсь, смотрю, опа, энергетическая жвачка с кофеином. Учитывая, что я очень много провожу времени за рулем, и уже как бы энергетики какие-то пробовал, и кофе, то есть уже как бы уже достал это дело. Засыпаешь за рулем, когда на больших дистанциях едешь, особенно когда людей едешь встречать в Чикаго, и, в общем, утомительно 8 часов сидеть за рулем. Думаю, дай-ка закажу жвачку, тем более там неплохая была цена. Здесь у нас всего 5 штучек в упаковке, и вот такая вот упаковочка стоит приблизительно $2. Ну, там они сетами продаются, вот. Взял на пробу, попробовал. Ну и к своему удивлению обнаружил, что достаточно эффективная штука, гораздо лучше, чем вот пить всякие эти Red Bull и так далее. То есть реально более эффективное средство, чтобы за рулем заснуть. Ну и, соответственно, кофе вы тоже много не выпьете, когда за рулем. Тем более американский кофе, оно очень специфическое. Вот. Весьма-весьма специфическое. Хотя на каждой заправке оно и есть. То есть оскомину это местное кофе уже набило. Вот. С европейскими сортами кофе здесь туговато будет. Вот. В Старбаксе кофе несколько по завышенной цене, вот. А вот регулярно заправки не очень. Так что вот эта вот жвачка достаточно серьезная альтернатива для тех, кто планирует ездить на большие дистанции, кто занимается какой-то активной физической работой. Вот. Ну и вы в интернете можете ее найти. Соответственно, вот, делюсь своим опытом. Вот. Хорошего всем дня и удачи!